Здравствуй, Асиат, здравствуй. С приездом. С приездом тебя. Зали кинкарам. Эверч алуна гуня теледух. Суп. Иди к отцу. Он кошари. Здравствуй, тата. Вот отпросилась домой на день рождения. Я ведь так соскучилась. Так хотелось повидать тебя и маму. Вот привезла тебе трубку. Может, возьмешь? Да-да. Как мне заслужить твое прощение? Я бы все для этого сделала. Мне так трудно жить, зная, что ты на меня в обиде. Прости меня, тата. Даже виноватых прощают. Прости меня. Ты ведь любишь меня, да-да. Нет у меня дочери. Нет. Ты мне не дочь. Отныне ты мне не дочь. Пою тебя сердцем влюбленным, и пусть твой задумчивый взор на счастье мое просветленным становится, женщина гор. Мурул чужуадан, жигит ингу, дидахула калда, раана дуркеч, еб коч от буканам, да има божи, васкудьев элин, адам чувинин. Нельзя, как травинок зеленых, на белых хребтах в декабре, слов нежных, к тебе обращенных, в аварском найти словаре. Я их сочинял, где зарянка поет в тишине у ручья, но все ж пред тобою, горянка, в долгу еще песня моя. Бросаю отчаяние, бросаю страх. Все было, все будет. Если не будет, не беда. Упаси Аллах мою дочь Асиат от всякого зла. Какая предстоит ей судьба? Сладок или горек будет тот мед, которым намажут ей будет во время свадьбы. Как встретить ее в доме будущего мужа? Бросаю гордость, бросаю веселье, бросаю...
Салам. Ассаламу алейкум, Осман. Стакан алейкум. Два стакана алейкум. Три стакана алейкум. Пусть будут здоровы наши друзья и все настоящие мужчины. Пусть зубная боль терзает наших врагов и всех недостойных мужчин. Пусть у недостойных будет приступ аппендицита, и врач будет далеко. Подожди! У меня к тебе просьба. Попроси Османа сбрить усы. Очень длинные, некрасиво. А вы скажите им об этом сами, если они вам мешают. Почему я должна просить? Ты за него замуж выходишь? Как замуж? В четверг твоя свадьба. Свадьба в четверг. Кто вам про это сказал? Спроси лучше, кто у нас в ауле об этом не говорит. Все говорят, Шума, Узу, Кривояша, Амарова, Патимат, Калинь, Живгород. А мне сказал Лабазан, ты не рада? Уже начали месить тесто, колоть орехи, несут кизяк. Сколько надо для свадьбы, сколько надо для свадьбы. Привели корову, которая отрежет ухо по обычаю. Едут родственники. Сколько подарков, сколько подарков. Осман, когда? Скоро. Скоро? А-а-а. Когда это скоро? Коньяк не продавай, держи все в запасе. Угу. Много будет гостей. Накануне пришел Лабазана. Осман, когда же точно скоро? Когда это будет? Скоро. Ты же знаешь, дорогой, горец не должен опаздывать в трех вещах. Зарезать барана для гостей, похоронить умершего и сыграть свадьбу. Ну что ты стоишь? Надо же убрать сцену. Мама, мама, всюду болтают, что в четверг моя свадьба. Это правда? Это правда? Ты что, не знала? Не знала и знать не хочу. Ты же знала, что с детства засватана. Мать тебя ничего не скрывает. И с самого детства он мне противен. Я его ненавижу. А, бабай, как ты со мной говоришь? Что, тебе школа научила так разговаривать? Ты лучше скажи нам спасибо, что мы устроили твою судьбу. Да и Осману, что он так терпеливо ждал, пока ты росла и училась. 14 лет мужчины ждал. Это же надо понять. Но я же не могу себя заставить полюбить его. Как ты разболталась? Ни слони ли упала? Об этом, говорит, уже поздно. Уже и подарки принесли. Ты только посмотри, какие вещи принесли. 15 мешков ячмена нам сегодня привезли. Посмотри, какие красивые, посмотри. Очень красивые вещи, посмотри. Таких ты не видала. Посмотри. Не нужны мне вещи, мама. Ничего не ценишь. Ничего не ценишь. Что, богатство разве напасть? Осман лучший жених в ауле, бухгалтер. Ты в своем уме? Осман тебе до 18 лет ждал. А мне 17, мама. 17, говоришь? Да вот посмотри. Вот. Вот. Вот здесь написано, сколько тебе лет. На, читай, читай, возьми. Разве здесь не написано, что тебе 19 лет? Доктор написал, печат поставил, сам Осман принес. Ты не только созрела, а уже и перезрела. Да мне 15 не было, когда твой отец меня взял. Ничего не злой, ничего слушать не хочу. Видишь, ты Османа замуж, все. Иса, Иса, видишь, Хадижат пошла к Али в горы. Зачем? Не знаешь? Не знаешь? Ну и дочка у них. Прыгает, как коза. Это девушка, которая послезавтра замуж выходит. Потерялись те уздечки, которые могли бы их удержать. Эй, Иса, поверь моему слову. Наделает она шума в ауле.
Подумаешь, школу кончила. Об ее школе я столько думаю, сколько о бородавке Мухаммеда из Кунзаха. Мама, хватит. Не хватит, не хватит, не хватит. Я, говорит, в город учиться поеду. Улица Алмаса тоже далеко ходила, да кому-то в кастрюлю угодила. Никуда она не поедет. Послезавтра ее учителем Осман будет. Слава Аллаху, у меня не такая дочь. Видела. Видела тебя во сне вчера, любезный Иса. Ехал на сером коне. Подожди, ну подожди. Кому стачал сапоги, а? Сапоги-то жениху, конечно. Как пришить и ходил за мной. Ашура, а ну посмотри, как они у меня вышли, а? Посмотри. Подожди. Не слишком ли узкие голенища? Да нет, что ты? Сколько пота прольет эта осяр, когда перед сном будет с Османа стаскивать эти сапоги. Посмотреть бы, а? Оставь, мама. Не оставлю. Откуда ты знаешь, как надо разговаривать? Я зубы стерла на этом деле. Лай, ворчами, дорогой Осман, ворчами. Видела тебя вчера на белом коне, в белой папахе скакал красиво. Дай ко мне воды. Первый раз слышу, чтобы Осман попросил воды. Супайнат, подай Осману воды. Видал, как смотрит? Словно проглотит хочет. Пошли домой, мама. Куда? Что тебя плачущие дети за подол держат? Подожди, оставь, хватит. Что у тебя, коровье масло вместо мозгов? Осман, посмотри, что я тебе приготовил. Если ты скажешь, что эти сапоги не самые лучшие в мире, то тогда я поднимусь на самый крутой скал и швырну их в речку. А потом сам головой вниз сядь за ними. Ну, одевай. А ну, мери, вот там садись и мери. Могу поспорить, что в ауле так и сапог ни у кого нету. Не только в ауле, в мире нету. Ну, да базар, ну как, не жмут? Это не сапоги, а музыка. Из дома выходит кирш, мирш. А домой возвращаешься, зин, зан. Словно чунгур играет, чунгур, эх, Осман. А ну, танцуй. Никакой музыки от них не жди. А почему? Посмотри на крышу своего дома. Из твоей трубы идет дым тоньше мышиного хвоста. Какая может быть там музыка? Вот из моей трубы идет настоящий дым. Эй, Фазу! Йо! Обед готов! Готов! А что на обед? Инго! А чеснок есть? Есть! А что еще на обед? Придешь домой, узнаешь! А, хорошо, ну пойдем, никаких толков. Пойдем, хорошо. Давай пойдем. Ой, я лекал, лик, мон вачер, мон агик, алхай, чунигу, я скамач, адин, чунигу, абр, лук, айни, кулар, рач, ин, рахни, бил, адам, рост, адак, сури, ля, уй, мон вач, ин, лик, кану, илья, мон агик, алхай, я били, жоль, алар, бэйс, шиб, дар, ман, абили, сури, ана. Пусть дочь повесит. Ну, что нового? Как поживаете тут? Корм для скота припасла, Хадижат? Да, припасла, Али. Карадинец долг прислал? Сказал, что скоро пришлет. Слышал бы, что Калибека сорвался со скалы. Прирезать успели? Не успели, околел. Говори отцу, говори! Хадижат! Как учеба, Асят? Окончил отец. Хорошо. Какие еще новости? Спрошу и у дочери. Хадишат.
Правильно ли, Асиат, что болтают люди? Что болтают? Болтают, что не слушает мать, что подарков не ценит. Сыплет, как дурочка, солью мед. Вот что болтают. Но я не поверил. Да-да. Да-да. Не могу идти за Османа. Погибну я там. Зачем тогда вы меня воспитывали? Зачем учили? Вы же теперь сами в яму меня толкаете. Ой, кошка, хватит щеголячий каш. Болтает, словно царица какая. Хадижат, помолчи! О какой яме ты говоришь? Неужели вы не видите, что мы с Османом не пара? Он ведь твой старше меня. У старой пчелки всегда мед слаще. Но ведь все знают, какой он человек. Пьет, пристает к девушкам. Он тебе самому противен, я знаю. Как ты смеешь со мной так разговаривать? Ты дошла до предела. У тебя есть совесть или нет? А что такое совесть, да-да? Наверное, я ее понимаю иначе. Вот уж не думал, не гадал, что плюнет мне в лицо родная дочь моя за все заботы мои, за все труды, за то, что учил ее 10 лет. Если нас не стыдишься, постыдилась бы хоть брата. Или его честь тебе тоже нипочем, или понапрасну он погиб на войне. Что вы, да-да, что вы? Я на все для вас готова. Но не губите меня, не выдавайте за Османа. Глупая, глупая, глупая голова. Ты что, не понимаешь, что река вспять не бросается? Я дал слово, скорее головы лишусь, чем нарушу его. Пойдешь за Османа, и все. Какие подарки жениха? Осман 15 лет копил, от деда и прадеда сундуки добра знали. Машаллах, какие подарки, какое приданое, матрасы, одеялы, ай, пух, сколько пух, а? 25 кур пошло на одну подушку, а? Да что вы говорите, Ашура? Али все у нас, все чабан. Откуда у нас богатство там взяться? Чабаны. Чабаны сейчас богаче бывших ханов. Я виноват с ними вместе. И мне твои слезы в укор. Бывал я неискренним в песне. Прости меня, женщина гор. Ни разу кинжала из ножен не вырвал в защиту твою. И был чересчур осторожен, а это как трусость в бою. Ударило сердце тревогу. Клянусь я грядущим годам, отныне ни мужу, ни богу тебя я в обиду не дам. Всем бедам твоим и мытарствам дать бой — это славный удел. Невежество вместе с дикарством беру как солдат на прицел. Мясо красит машина сумовар, штаб, который мне нравится, который называется шипоньер. Вот и все, Ашура. Если не по шипоньеру, Киндалку чайжан идачи. Ханачку, сфорики чайжан. Ну что, Ашура? Пойдем. Ну нехорошо. Поешьте с нами. Пойдем. Супа, заходите в дом. Ну нехорошо же. Я кушать не могу. Аша, катуму на кушаджан. И ханачку не бельчат. Ба-ба-ба. Дюшчика, ханачки еще. Хады хамерцин сейгатки вас. О, Хадижат, уже хавачку нугиндун, ракки шумнугин, дэвна кумакан, хаврик и заботлан, Хадижат. Ой, горючки, горючки, мумули горючки, ички, ички, ички. Моя, моя яса, бачи, бит хаха, бурут, бачи.
Разбогатели. Солнце и луну затмили эти чабаны, эти вымя-дергалки. Почет им, мама. Почет. А за стол так и не посадила. Ушли, не солоно хлебавши. Ведь ты же сама отказалась, мама. Дура. Больше всего едят те гости, которые вначале ломаются и говорят, что сыты. Хадижат это знала и не стала нас уговаривать. Ачура, ай, бабуги, тур, это хабубук, о чем то хутом. Зачем ты украла духи, мама? Я видела. А разве все, что берешь без спроса, украла? Ха. Только духов им не хватало. И так от них во всем ауле не продыхнешь. Ничего, Ореш! Опусти еще пониже, дорогой. Вот тебе хорошо, отлично. Хитка нам все. Чем алуги султан? Петухи лезут все, петухи лезут. Не помогайте. Сакино! Ла Сакино! Хаджи Мурада из Синюрта пригласили! Лабазал! Я! Хаджиева, директора ты пригласил? А его приглашать не надо! У него особый нюх на свадьбу! А что сказал Мака из Абадабас? А он сам придет! Сам придет! А музыканты, те, кто поедет за невестой, готовы? Все готовы! Все готовы! Асиат! Асиат, ты что, растешь? Расту. Опа! Как живешь, Асиат? Как живешь? Постой. Постой. Подожди. Вот странное. Постой! Подожди! Асиат, подожди! Спасите меня! Вы одна тут... меня можете спасти! Тише. Вы же учили меня, вы поймете. Нина, успокойся. Перестань. Не надо. Не надо. Перестань. Тебе надо побороть свой страх. Он у тебя с детства копится. Я знаю, что это трудно, знаю. Знаю. Но ты же не одна. Ты вспомни вашу Анхилмарин. Шариат запретил ей петь, а она пела. Ей зашили рот, а она пела. Это не легенда, это было. Это правда. Это было здесь у вас. Ты сама это прекрасно знаешь. Ты вспомни. Сколько девушек горянок со скал бросилось. У них дороги не было. А у тебя дорога есть. И ты не одна.
ты вспомни, давным-давно задумал я взглянуть на дальние поля, узнать, прекрасна ли земля, узнать, для воли или тюрьмы на этот свет родимся мы. Слава Богу, образумилась. Слава Богу. Я так счастлива, я так рада. Я знал, что она послушает меня. Ходите, ходите, входите, дом почетные гости. Посидите, отдохните, покушайте. Тут аминь, тут аминь. Лица ласи, крышки. Хай, ругу, ханешки. Ну, жаргу, шив, халбуги. Варкала, рихте, жани, рихте, ханарзи. Вай, урму, тлте, дал, дабжек, алдызи, орну, жани. Пожалуйста, кушайте, кушайте. Не стесняйтесь. Хамдулиллах, ниматулиллах. По воле Адата пусть войдет невеста. Зови дочку, хаджа. Сейчас, сейчас, мои дорогие, сейчас вызову. О, машалла, машалла. По велению всевышнего Аллаха, по начертанию его пророка, при почетных свидетелях Гайрбеке Чупани Вачаландар Исе ответствует, согласна ли ты доверить свою судьбу твоему отцу Чабану Али, чтобы он выдал тебя замуж за сына Салманова Османа, за 100 тумену белых серебряных денег, 5 лучших овец и мотоцикл. При людях отвечай, согласна ли ты? Что-то молчит. Стесняется. Отвечай, согласна ли ты? Жалобке, отвечай. Давным-давно задумал я взглянуть на дальние поля, узнать, прекрасна ли земля, узнать, для воли или тюрьмы на этот свет родимся мы. И в час ночной, ужасный час, когда гроза пугала вас, когда, столпясь при алтаре, вы ниц лежали на земле, я убежал. О, я как брат обняться с бурей был бы рад, глазами тучи я следил, рукой молнии ловил. Скажи мне, что среди этих стен могли бы дать вы мне взамен той дружбы, краткой, но живой? Боже мой, Боже мой, какое дело натворила она? Какой позор! Мы опозорились. Это ты избаловала ее. Ты ей потакала. Ну, что теперь? А теперь я в грязи. А мы опозорились. А что ж теперь будет? Да что я? Весь аул опозорен. Али... Дай мой кинжал. Али... Что я говорю? Али, зачем? Кинжал, Хадижа! Зачем, Али? Что ты надумал делать, Али? Кинжал, Хадижа! Али, я тебя прошу, Али! Вот он, да-да. Али! Ты камень. Нет, и у камня есть душа. Ты гвангватира. Исчезни с глаз моих, вон из моего дома, вон из аула. Я ухожу, да так, я ухожу. И в сторону горской столицы отправились вслед Асиат поля невысокой пшеницы, гривастый, как лев, водопад, проклятие отца дорогого, кинжала его лезвие и матери горькое слово и тайные слезы ее.
Видно, догадалась корова, что женюсь на ней только лишь, чтобы не обидеть отца. Мать, надо забрать у Али все мои подарки. Хорошо, сыночек. Султан, зарежь-ка еще одного барана. Хавизат. Ва, да. Чего ты стоишь? Иди зарежь барана. Идите, принесите вещи. Идите. Я такую свадьбу закачу, что одного известного вам всем чабана удар хватит. Слышите? Я такую свадьбу закачу. Мама, скажи, я не бедняк? Нет, нет, сынок. Добра нет, у меня достаточно не только купить бабу, но и луну даже. Я куплю сыночек, все. Я все куплю, скажи Лабазан. Я могу купить все. Я куплю ее. Мама, скажи, добра у меня хватит, чтобы купить не только бабу, но и луну даже. Вам такого не оценить. За османа ее убить мало. Почему ее не унесла полноводная река? Как еще ли до сих пор не зарезал ее проклятую? Не раскатал катком? Почему до сих пор ее не раздавила машина Алибека? Почему не убила током электростанции Шванти? Почему не измолотили жернова на мельнице Гимбата? Почему не разорвали собаки ферму Мугми? Почему до сих пор Али не зарезал ее проклятую? Почему не раскатал катком? Ее убить мало за османа. Почему ее не унесла полноводная река? Почему? Что такое? Супа! Супайна! Супайна! Скорей! Скорей! Одевай новое платье, туфли, бери кувшин, иди за водой. Проходи мимо дома османа. Скорей. Но ведь только что прошел. Не важно, скорей, скорей. Скорей, давай туфли. Какие туфли, мама? Где шаль? Давай шаль, скорей. Не а спорь, зачем? Не спорь зачем? Со мной. Не спорь со мной, скорей. Скорей, скорей. На, на, одевай. Иди, три раза пройдешь мимо дома османа. Иди, зачем нам иди. Столько воды, мам? Не важно. Что у тебя, коровье масло вместо мозгов? На, скорее, одевай. И куда мы денем столько воды, мама? Не важно. Пять раз пройдешь мимо дома османа. Скорей, скорей, скорее, одевай, одевай, скорее. Так, 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 хорошо, хорошо. Иди, 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 скорее, скорее, скорее. Супа, семь раз пройдешь мимо дома османа. Не суйся в семейное дело. Я тут хозяин. Папаху свою, как хочу, ношу. Моя папаха и дочь моя. Я свое дело делаю. И не лезьте меня в душу. Смотри, вот, вот. Да пусть тебя хоть с верблюдом на руках снимут. Никакая газета не оправдает твоего поступка. Никакая. Нехорошо, а ли ты сосед поступил? Очень нехорошо. Выгнали ее из дому, чуть не убил. Давно такого в ауле не было, Али. Давно. Глянь лучше сыну в глаза. Неужели не стыдно? Оставьте меня в покое. Али, мы тоже пришли с тобой поговорить. Али, оставьте Али. Меня в покое! Али. Ой, Мария, Да что вы меня учите? Супайнат хорошая девушка, безотказная, главное работящая. Послушно, внимательно она. Она предана будет. Хоть с лица воду не пить, но не так она уж дурна. Красавец лучше иметь на стороне по соседству. Красивая девушка, это бобовое поле при дороге. Там все норовят поживиться. Мать, посмотри, мои подарки обратно проверим. Принесли. Проверим идите. Сейчас. Проверим. Идите к Супайнат, сватайте быстрее. Идите. Идите скорей. Идите. Дай бог, чтобы осечки не было на этот раз. Сынок, внести в дом подарки. Что ты говоришь, мать? Разве успокойся. Можно эти вещи внести в дом, если к ним прикасалась эта беспутная дочка Али? Эти вещи
надо сжечь. Их надо сжечь, мама. Что? Их надо сжечь. Сынок. Эти вещи надо сжечь. Что ты говоришь? Сжечь. Лобазан! Керосину! Что ты? Лобазан! Что? Уйди, мать! Нет! Не позволь. Я Лобазан, керосин! Не позволь. И вагон их! Короче, их не вагон! Не Лобазан, Султан, сюда! Не тащите нет. сюда все эти вещи! Нет, нет, нет! Тащите нет. сюда! Нет. Я им покажу! Я им покажу! Сжечь все это! Погонь! Сжечь все это! Осман! Осман! Что делать с мешками от меня? Сюда же! Погонь! Сжечь все это! Тащи мешки! Ты что? Хлеб жечь? Тащи сюда мешки! Зерно жечь? Хлеб жечь? Это мы убирали. Это мы засеяли поле. Это народ собирал по зернышку. Моими руками заработано. Ни зернышко не сожжешь. Скорее я тебя самого сожгу, выродок. А все в ауле такого не сыщешь. Где? Где Зурнать? Ушел. Где Зурнач? Ушел. Что надо? Певица! Певица! Ну, где певица? Пусть поет! В школе на вечер. Гармонист! А гармонист где? Он тоже там. Плесите тогда! Султан и Аббас, танцуйте! Нам же нельзя отлучаться от котлов, Осман. Это же наша молитва. Лобазан! Да. Барабан! Нету барабана. Танцуй, Лобазан! Как? Без барабана пляши? Веселитесь! 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 Ну, веселитесь! Как мед сладкая была в нашей семье, чтоб ты 27 сыновей родила. И еще 30 дочерей родила. Вниз смотришь, двойняшку родила. Наверх смотришь, еще двойняшку родила. Тянулась счастливая жизнь молодых. Подумал я тут, как на тризне, сердца ваши бьются не в лад. Такой бы супружеской жизни могла б ты не знать, супайнат.
Это время травою зеленую опушило заоблачный луг. Это время слезинкой соленую по щеке проползло моей друг. Здравствуй, милая мама. Отцу и тебе столько шлю пожеланий, согретых приветом, сколько желтых песчинок на горной тропе и травинок на пастбище летом. Распахнул институт предо мной свою дверь. Не была я такой счастливой сроду. Белым дням вела я счет с той поры, как ты ушла. Четки белые свои много раз перебрала. И ночам вела я счет с той поры, как ты ушла. Четки черные мои много раз перебрала. Ты здоровье береги. По ночам, моя краса, глаз над книжкой не слепи. Не казенные глаза. Осторожный бит прошу, я тебе не без причин. Говорят, в Махачкале табуны автомашин. Девочки, девочки, это что за птица? Ой, чей это? Это Асин. Вчера вечером, пока они говорили, мы килограмм мороженого съели. Представляете? Никоток, наверное, сделался. А говорила, что в городе никого не знает. Тихая такая. Да это парень один из них. Из-за технического. Его зовут Юсуп. Борчами, Юсуп, борчами. Борчами, Юсуп. Борчами, борчами. 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 Юсуп, борчами. Я его спугнула. Ну зачем вы? Эй, Юсуп! Огороженки какой! Он ей стихи пишет, девочки. Дождик за окном, о тебе я думаю. Снег в саду ночном, о тебе я думаю. Ясно на заре, о тебе я думаю. Лето на дворе, о тебе я думаю. Птицы прилетят, о тебе я думаю. Улетят назад, о тебе я думаю. Зелены кусты, скрыты ли порошею. Ни о чем не вмочь, о тебе я думаю. Уж, наверное, ты девушка хорошая. Если день и ночь, о тебе я думаю. Бывает в жизни все наоборот. Я в этом убеждался не однажды. Дожди идут, хоть поле солнце ждет. Пылает зной, а поле влаги жаждет. Приходит приходящее не в срок. Нежданными бывают зло и милость. Я и тебя не ждал, и ждать не мог тот день, когда ты в жизнь мою явилась. И сразу по-другому все пошло. Стал по-иному думать, жить и петь я, что в жизни все случиться так могло. Не буду верить, два десятилетия. Заря из мглы и птичий гам о приближении дня оповещает. День настает. Что он готовит нам? Ни я, ни ты, никто другой не знает. Благ для себя просить мне не досуг. Заботиться лишь о тебе я в силе. И я молю, чтоб горе и недуг беды и зла тебе не причинили. И если все ж сгустится мгла вокруг, чтоб мы всегда с тобою вместе были.
Асет, ничего не слышно. Что ты? Письмо от Асета получила. Все, Асет, хорошо. Вот посмотри. Учится Асет в институт. Напишите ей от меня привет. Спасибо. Супайнат, бьет он тебя, да? Вот люди тоже говорят, что каждое утро от слез подушка мокрая. Ничего. Это правда? Бьет, значит, любит. У меня много работы, только я не успеваю. А он кричит. Один крик от него и слышу. Если говорю, молчи. Если молчу, и говори. Что ты? Что ты плачешь? Не надо плакать. Все будет хорошо. Слышь, все будет хорошо. Нет такого моря, где берега нет. Нет такой горы, где спуска нет. Успокойся. Я бы, Хадижат, на твоем месте дома сидел бы. Поздравляю. Говорят, тебе дочка письма пишет. Мне тоже друзья из Махачкала пишут, Хадижат. Пишут. А что ж тебе пишут, Осман? Пишут, что прославилась твоя дочь, как белая кобыла в нашем ауле. Вырвалась из узды, удержать некому. Больше ничего не пишут, Осман? Пишут, что она шляется по ночам, ходит в кубанки на танцы, прижимается ко многим парням. Да. Что еще скажешь, Осман? Что пудры и помады, которые она употребляет, вполне хватит, чтобы побелить и покрасить твой дом. Что еще скажешь, Осман? Что есть свинину в столовой, ходит в ресторан, и не одна. Видели ее недавно в ресторане «Кавказ»? Это все говорят, Хадижат. Больше ничего не говорят, Осман. Этого мало. Говорят, что она путается с одним сопляком Юсупом. Студентам нищим, который не стоит клочка каракуля моей папахи. Потеряла стыд твоя дочь, Хадижат. А зачем ей стыд? Зачем лягушке хвост? Осман, давно хотела спросить. Спрашивай, Хадижат, спрашивай. Скажи, Осман, зачем тебе усы? Потому что я мужчина, как ус, говорят. Усы у кошки растут. Не всяк мужчина, кто усать. А тебе бы папаху сменить на платок. Да какой ж ты мужчина! Разве мужчина пойдет за женой к роднику подслушивать? Ах ты, вот с таким языком ходишь по селу. Как дировой сыт разбрасываешь сплетень свои по аул. Все, что ты сказал, выдумки. Слышишь? Обман, выдумки, сплетни твои. Выдумки, выдумки. А может, это выдумка, что она засватана была за меня? Это тоже выдумки, да? Судьбой она мне была обещана. Это тоже выдумки, да? Ну и что ж, что за тебе была засватана? А ты разве на ней женился? Да ты же свадьбу сыграл супой, а теперь злобствуешь. Слушай, Осман, что тебе от нас нужно? Дашь ты нам спокойно жить в этом селе или нет? Оставь нас в покой, несчастные сплетники, чтоб твой язык отсох от твоих сплетних шакал, чтоб заросла тропа, по которой ты идешь, да потухнет огонь в твоем очаге, да высохнут все родники вокруг твоего дома. Не смей чернить мою Асета, слышишь? Не смей, не смей! Рехлая чучел! Где ты, моя дура? Хороший мужчина, подожди, тебе только жилой подожди, воевать! Хадижат! Пхол на тебя! Я тебе верну твой пулемет, Хадижат, подожди! Ходи в платке на кушин свой не забудь! Всех вас уничтожать надо! Всех! Уничтожай, уничтожай! Дети, тебе будет рожать лавазан! Идем, 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 родная, не надо плакать! Не надо, не надо! Лучше не жить с таким подлецом. Ну что, не ждала? Ну, здравствуй. Ты давно из аула? Недавно из аула, который некоторые забыли. Зачем ты здесь? Я приехал за тобой, Асиат. Не стоило для этого приезжать. Поедем со мной. Поедем, я увезу тебя сейчас. Поедем со мной. Я никуда с тобой не поеду, Осман. Я вижу, здесь хорошо ты время проводишь с молодыми людьми. Вижу. По вечерам я все вижу. Это не твое дело. За что? За что ты меня позоришь? Скажи. Скажи, за что? 15 лет я тебя ждал. За что? Скажи! А я тебя не просила ждать. Уходи, Осман, я спешу. Не ходи по канату!
Канат оборвется, увидишь! Ты написал, чтобы она в кино не ходила? Там, говорят, часто бесстыжие вещи показывают. Написал. А ты не забыл написать, чтобы она на машинах не ездила? Говорят, в Махачкале все шоферы сильно пьющие люди. Не забыл. Как она там, такая маленькая ложка, такой большой тарелки, как Махачкала? Здравствуй, Асят, здравствуй. С приездом. Ами Асят. Нет у меня дочери, нет. Отныне ты мне не дочь. Асият. Опа! Як она то ходит? Работаю без страховки. Ты не боишься за меня? Тут высоко. Я могу разбиться. Асият! Хочу любовь провозгласить страною, чтоб все там жили в мире и тепле, чтоб начинался гимн ее строкою. Любовь всего превыше на земле, чтоб гимн прекрасный люди пели стоя, и чтоб взлетала песня к небу ввысь, чтоб на гербе страны любви слились в пожатии одна рука с другою. Во флаг, который учредит страна, хочу, чтоб все цвета земли входили, чтоб радость в них была заключена, разлука, встреча, сила и бессилие. Хочу, чтоб все людские племена в стране любви убежище просили. Подожди, я должен тебя предупредить. Знаю, в какую ты птицу метишь. Она не вышла за меня, потому что знала, что в первую же ночь я ее выброшу из окна. Спроси у людей. В эту птицу угодила чужая дробь. Спроси у людей. Слушай, я раз на тебя плюну, ты будешь мокрый. Раз я на тебя дуну, ты высохнешь. Вот на этих камнях я раздавлю тебя, желтротый. Она засватана за меня. Она принадлежит мне. Я заставлю тебя отступиться от нее, желтротый. Подожди. Я тебе. Подожди. Ах ты. Подожди. Я тебе. Я тебя за. Сюда, сюда.
Я все раздавлю желторотой. Я ж тебя раздавлю! Забавляемся! С тобой еще разговор не окончен! Мы с тобой еще раз квитаемся! Подожди, у нас с тобой не драка, а война! Подожди! Ладно! Позови Али Васия. Скажи, что ждет Юсуп. Пусть выйдет к нему. Пойдем поговорим. В последний раз говорю, не позорь меня. Не выходи за этого желторотого. Ну, хочешь, вот на колени перед тобой стану, хочешь? Мам. Я прошу тебя, не выходи за него. Перестань. За этого желторотого. Я прошу тебя, не выходи что за ты него. Делаешь, Сталя? Ну, не выходи мам, за пойми. Него. Я сама должна решить, как мне поступить. Запомни, я в тюрьму пойду. Умру, но не отдам тебе никому, запомни это, Асьят. Не позорь меня, я прошу тебя, не выходи до этого желторотого. Я прошу тебя, не надевай мою папаху на этого желторотого. Я человек, а не твоя папаха, Осман, пойми. Всего тебе хорошего. Я тебя предупредил, и не отдам. Не отдам тебя! Не отдам! Что? Сказано будет немало. Я знаю одно наперед. Из этого строгого зала Осман под конвоем уйдет. Введен за свое преступление, держать он ответ в этот зал. И стоя ему обвинение, народный судья зачитал. Ее вылечат. Османа будут судить. Нас надо судить, Али, нас. Мы дали ее за Осману. Мы не хотели ее простить. Нас надо судить. Дождик за окном. О тебе я думаю. Снег в саду ночном. О тебе я думаю. Ясно на заре. О тебе я думаю. Лето на дворе, о тебе я думаю. Птицы прилетят, о тебе я думаю. Улетят назад, о тебе я думаю. Зелены кусты, скрыты ли порошей, ни о чем не лучше, о тебе я думаю.
присягаю на верность отцовскому краю. Снова песню мою устремляю в полет. Я тобою дышу, я тебе присягаю. О, мой малый народ, мой великий народ.